Первый в Симферопольском районе многофункциональный центр открылся в селе Доброе. В 6 приемных окнах теперь можно получить услуги Федеральной миграционной и налоговой служб, а также судебных приставов и фонда социального страхования. Ежедневно сотрудники центра готовы принять 150 заявителей. Так, ну что? Бежим? Бежим. О, бежим. Есть! Несмотря на праздничную атмосферу, сотрудники нового МФЦ полностью готовы к работе. И первые посетители не заставляют себя долго ждать. Номер УИ-1. Окно 5. Уже это пошел процесс, уже был процесс, пожалуйста. Добрый день. Для жителей Добровской долины поездки в Симферополь и многочасовые очереди остались в прошлом. Теперь практически все необходимые административные услуги можно получить по месту жительства. Сегодня, после таких серьезных праздников, Дня воссоединения Крыма с Россией, годовщины референдума, оптимизма, в том числе и благодаря сегодняшнему празднику, прибавилось у жителей Добровского сельского совета, потому что вот такой центр предоставления государственных услуг действительно очень необходим, особенно в сельской местности, потому что большинству жителей приходилось сюда ехать в центр, в Симферополь, зачастую не один раз. Перечень государственных и муниципальных услуг, предоставляемых МФЦ, будет расширяться. В ближайшее время планируется также расширение, как вы правильно утвердили, консультационные, информационно-консультационные услуги по Московскому кадастру, по Госкомрегистру, те, которые на сегодня достаточно остро и востребованы, в ближайшее время не запустятся. Планируется, что уже в этом году гражданам будет предоставляться около 50 видов услуг. Действительно очень здорово. Люди понимают, что те услуги, которые здесь будут предоставляться, они будут предоставляться оперативно, качественно, вовремя. Поэтому действительно очень здорово, что вот правительство уделяет внимание именно этой теме. То есть искоренение любых очередей вот по перечислению государственных услуг – это, конечно, задача номер один. Главное, чего удалось добиться, это максимальной доступности нового центра для населения. МФЦ в Добром будет работать 6 дней в неделю. Если обратили внимание, центр работает до 19, в некоторые дни до 20 часов. Центр работает в субботу, то есть у тех селян, которые работают где-то в городе или заняты где-то на работе, есть всегда возможность по возвращении зайти сюда в центр, вечером получить услугу, либо выходной день. То есть это дает дополнительные преимущества гражданам. Здесь все делается максимально для удобства жителей. По старой доброй традиции гости посадили у здания МФЦ молодую крымскую сосну. А чтобы работалось веселее, с импровизированной сцены звучала задорная детская песенка. Алексей Щербак, Александр Чукалов. Время новостей. Симферопольский район.